Можно так сказать, сколько продуктов, столько и салатов. Но на самом деле нет, салатов гораздо больше, потому что разные сочетания, разные комбинации различных продуктов дают бесчетное количество идей для салатов. И сегодня у нас будет салат. Мы будем делать простой достаточно салат. Помидоры, томаты, сыр и орешки. В заправке с лимоном и оливковым маслом. Но главный ингредиент – микрозелень. Супер модный сейчас, супер полезный продукт. Это только свежий росточек, у которого максимум витаминов, содержится максимум всех микроэлементов. Содержится клетчатка, она более усвояемая для нашего организма. Да. Плюс очень большое содержание витамина С, что сейчас в период весны, период таяния снегов, очень важно. Поэтому не только для красоты надо добавлять микрозелень в наше блюдо, но и для витаминизирования. Итак, мы режем помидоры обычным способом. Я накрошу грецкий орех, порежем сыр, все это заправим, потом уже в конце добавим разную микрозелень. Если присмотреться внимательно, можно три варианта, три вида зелени увидеть. Что здесь есть? А у нас здесь горох, редис, дайкон и горчица. И согласно концепции, мы не будем где-то замешивать в отдельной емкости, а потом сервировать, и сразу уже выложим этот салат. Я пока замешаю для заправки масло с лимонным соком. Кстати, от сорта лимона очень многое зависит, даже на уровне запахов. Чувствуется, что у этого лимона такой особенный вкус. Mm-hmm. И апельсин, наверное, тоже можно использовать в качестве заправки. Будет, конечно, другой оттенок вкуса. Итак, заправка готова. Теперь начинаем собирать наш салат. Выкладывать помидоры, сыр. И я буду вмешивать разную зелень, чтобы у нас это было объемно, красиво. Орешки. И затем повторяем до тех пор, пока ингредиенты не закончатся. Опять немного зелени, немного помидоров, немного сыра, орехов. Давай, и в конце помидорки. У нас пойдет заправка. Заправляем. И у нас еще есть один ингредиент. Рояль в кустах, можно сказать. Это кунжут. Мне кажется, практически везде кунжут, и в салаты, и в завтраки, и везде-везде хочется, мы немножечко украсим и придадим немножко такой необычный вкус. Кунжут, он уникален тем, что может дополнять собой как десертные блюда, так и салаты, и горячие блюда. То есть он совсем сочетается и со сладким, и с соленым. К тому же это очень красиво и очень полезно. Да, в кунжуте содержится очень много кальция, а также именно черный кунжут полезен для женщин, для кормящих мам и для беременных. Наш салат готов. Можно бесконечно экспериментировать и с заправками, и с отдельными ингредиентами. Главное, что основной компонент нашего салата – это микрозелень, полезная, вкусная и такая весенняя.